Субботники в Абакане – дело не новое, а всех объединяющее. Полярка тоже приняла эстафету чистоты. Ученики 5-й школы, староста жилого района вместе с активистами и социальными партнерами убирают территорию. Во владениях Умки белого медвежонка района должно быть чисто. Запланировали в течение месяца субботники проводить, но в связи с тем, что деревья еще не опустили свои листочки, нам пришлось перенести, получилось, что мы успеваем за эту неделю. Листва упала в большом количестве, объем работы очень большой. Это въезд в микрорайон. По сути дела, он должен быть самым красивым. Мы хотим помочь нашей школе и, в принципе, району Полярному сделать этот осенний месяц очень красивым. Как говорят участники субботника, в основном в мешках жухлая трава, листва, бытовых отходов мало, и это не может не радовать. Этот участок улицы маршала Жукова называют легкими района из-за большого количества деревьев и кустарников. Чистая листва. Поэтому сквер, спасибо старости микрорайона Полярный, очень чистый. Мы только вот собираем природные материалы. До конца октября в Абакане будут организовывать общественные субботники. Так что есть еще время присоединиться и сделать место, где мы живем, комфортным и чистым. Заявки принимаются в отделе экологии Абакана. С инвентарем обещают помочь.